проснулся, наконец-то. Так, все, тут что-то у меня. Жарить можно. Уголька. Бахнем. Что там, как мой фермер? Да, всем привет. Ребята, с вами я. Ролик, рано стоять. Я хочу кричать. Стой, кролик. Блин, у меня стрелки нету. Все. Так, пойду-ка я к фермеру. Фермер, здорово. Че тут начинается? О, отлично, молодец. В основном куда выйти? Хуже немножко. Опа. Собирай. Вот так где. А, я думал, уплыла. Ладно, пойдемте. Пыль пока у нас растет. Деревья сегодня собираю. Это добывать не буду. Сегодня просто там шахту скажу или что. Сейчас арбузиков себе дорежу. Так, давайте прямо здесь. Так, все, арбузики есть, ну давайте еще пожарим. Давай, кушать, кушать, кушать хочу. Все, кости я выпила. Так, вспоминаем, вспоминаем, где наша шахта. Хотя у меня уже много шахт, как я помню. Давно я на улицу не выходил. Вот, давайте угля немного добудем. У меня галлюцинации пошли. Сейчас, ребят, секунду. Так, ребят, давай. А, нет, 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 окаянный. Не взрывайся. А то знаю такие. Пойду-ка я факела сделаю. Побежали, побежали, побежали. Ага. Прикольно. Главное, костер не затушить. Один факел, факел. Ну, 4 факела сделаем. Думаю, хватит на первое путешествие, потому что уголь-то надо беречь. Может, другое племя. Может, другие племена потом пойдем, я не знаю. Буш. Серии теперь будут выходить по 5 минут вот эти вот. Потому что, ну, у меня времени мало. Это надо туда сходить, тут сюда сходить. Это такая. Смотрите, смотрите, тут какая-то штуковина. Это что, давайте сейчас добудем, я сейчас добуду. Давайте посмотрим. Это железная руда. Прикольно, у меня теперь будет железо. Ну и сюда еще факел поставим. Ладно, ребят. Пойдемте железо перепробовать. Здесь у меня. Я знаю, что только построить надо секунду.
все, переходим. Опля, 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 опля. Сегодня у меня отпуск. Можно вот так вот сказать. Ребята, я сейчас поставил печься. Реально сейчас поставлю на паузу. Потом уже посмотрим. Ну что, ребят, мы все железо переполнили. Сегодня у нас селезер. Стрелы тут. Ну это на этом все. Пока что еще одна серия каменного века закончится. Всем удачи, всем пока.